Напередодні Дня захисту дітей парламент має включити до порядку денного соціальні законопроекти. У цьому впевнена нардеп Наталія Королевська. Вона наполягає, держава мусить повернути матерям гідні виплати при народженні дитини і зосередити увагу на пільговиках, насамперед дітях і переселенцях. Женщины украинского парламента, женщины межфракционного объединения «Женщины. Мир. Безопасность», Рада матерей Украины, Национальная платформа «Женщины за мир», вместе с парламентскими комитетами по семье, молодежи и спорту, комитетом социальной политики требуют сегодня от Погоджувальной Рады, требуют от парламента, чтобы первоочередными рассмотрели два законопроекта. Законопроект 60-63-Д, который касается восстановления гарантии по защите детства и материнства всей нашей страны, и законопроект 65-10, который касается деток, пострадавших от войны.